А можно систему Киссинджера посмотреть? В общем виде или в общем, где система? Вот. Ага. А вот мне интересно, вот второй случай. Это P1 равно нулю. Это значит, у нас первые хищники не умирают. Ну да, популяция неустойчива. А как же там тогда устойчивость? Да, второй случай. Они не умирают вообще в принципе. Они умирают? Нет, это не коэффициент рождаемости, это разность рождаемости смертности. Ну, то есть популяция поддерживается на постоянном уровне. А вот коэффициент системы, что у нас производится? Да, то есть смертность хищников, она равна их скорости воспроизводства. А и система еще будет? Система, пожалуйста. Вот. Значит, вот B1 нулевой, и тогда дубль B1 с точки всегда положительный. Это как бы не противоречит выводам. Ну, здесь так и так получается, что и B1, и дубль B1, и дубль B2, они рассматриваются только положительные, потому что из физических, понятно. Биологических... Я хочу сказать, что не к нулю не стремится дубль B1. Это не очень странно. А он не стремится, он устойчив к переменной дубль B1, то есть в синтетическое равновесие системы приходит. Спасибо. Как у вас, где вы рассматриваете автономную систему, состояние равновесия? Где как-то не используется утюг центральный, подбрать, казалось бы, север центральный, подбрать, там, который с количеством обладателем стало меньше, так сказать, вам все устойчивость, не устойчивость, она определяется, подбрать, как-то... Или я что-то не понимаю, так сказать, нет, здесь более сложный задач, нет, устойчивость, да, она повреждена. Устойчивость по части элементов. Вот а что такое устойчивость? Когда у тебя есть определение, многообразие устойчивое, меньше размерности, ну и что? Я думаю, что это все то самое и есть, только на другом языке. Да, это все связано. А вот зачем, так сказать, придумать свой язык, когда... Я думаю, что это сам параметр. Сейчас уже есть... Я только еще просто поставили задачу, связанную с химией, то есть вот эта автономная система с возмущением. Мы пришли, мы считали эти отображения, можно сказать, вручную, и пришли к выводу, что общая теория, которую применили, то есть эти аппаратные сложные работы, она неприменима, исходя из того, что у них отображение действует из ренного в ренное, а здесь отображение действует уже из некоторого подвороста ренного. И если смотреть, если для химии, например, рассматривать, строить отображение как бы прямо в лоб, то получается, что действительно вся ось отображается на маленький какой-то отрезок. Понятно, вот это надо всегда как-то вам вначале не защищать от себя, это же нам надо все объяснять еще, а то, что слова знакомые, да, и вот переходим. Я думаю, как часть ответа может быть, ну, как, в чем разница, это очень важно. Сейчас же мы не будем об этом говорить. Это какая-то очень важная установка. Там чуть-чуть новообразие, там некоторые чего-то в третьей книжке, в 90-х годах. Слово «устойчивость» тоже понятно, что это такое, вот, как сказал, правильно, все равно. А в базе там какие-то тонкости, вот на них сейчас надо быть внимательным.